Последние годы ЗИС-115 не раз появлялся на телеэкране. Но мы предлагаем зрителям настоящий эксклюзив – краш-тест броневика массой 4300 килограммов. Машину возвратили для утилизации из гаража короля Афганистана Захир-Шаха. Зачем в середине 80-х годов решили проверять на прочность автомобиль 30-летней давности? Мы пока сохраним эту интригу. Отдельная тема – бронированные лимузины. Помните, в начале фильма был показан краш-тест ЗИС-115? На этом пожилом подопытном кролике отрабатывались методики испытаний машины нового поколения. Она получила индекс ЗИЛ-4105, но на заводе ее звали «тяжелой». И не столько за 5,5 тонн массы, сколько за сложность освоения в производстве. Летая как башня танка, капсула из броневой стали скрывалась за навесными элементами кузова. На тот момент ни одна фирма в мире еще не освоила подобную технологию.